Это «Город новостей». Продолжим выпуск. Сейчас в эфире наша рубрика «Мелочи жизни». Вячеслав Горецкий уже готов рассказать о курьезах и проблемах нашего города. Во дворе домов по улице Сверлова, 31, мы уже как-то однажды бывали. Тогда мы сетовали на вот эту кучу, которую никто не разравнивает. Но на самом деле проблема здесь гораздо больше. Это вот это огромное количество сухих веток дерева, которые жильцы собрали во время субботника. Но их почему-то так никто и не вывез. Нам сказали сделать субботник, и мы всегда собирали кучу. А уже 2 года у нас никто не убирает. Помимо веток от субботника, здесь уже и появился диван и другой бытовой мусор. Поэтому стоит предположить, что совсем скоро эта скудная детская площадка превратится в очередную свалку, коих в нашем городе уже хоть отбавляй. Хочется надеяться, что кучи эти исчезнут со двора дома по улице Сверлова, 31, раньше, чем на горе свистнет рак. Хочу вкратце рассказать о событии, которое взволновало кунгуряков, и они сообщили нам сегодня по телефону. Дело в том, что на месте бывшего мини-рынка на Машзаводе работает строительная техника. Я поясню, что это такое. Здесь закончился срок аренды земельного участка, и рыночникам пришлось ехать. Новый хозяин участка решил построить здесь торговый центр. Мы обязательно вернемся к этой теме и подробно расскажем, что здесь появится и когда ждать новострой. Да, красивые все-таки у нас здесь виды, но сейчас я не об этом, потому что вчера здесь же, на этом месте, я сообщил, что мы не можем дозвониться до нашего победителя в рубрике «Народные мелочи». Сегодня мы все-таки дозвонились до человека и уже вручили ему сертификат. Им оказался Максим Ланских. Он предложил нам мелочь о том, что в городе ходят козы. И тогда еще козочка нам даже спела песню. Мы специально подложили музыку. Вот эта мелочь и понравилась нашим организаторам, компьютерному центру развития. Тем временем фирма развития напоминает, акция «Народная мелочь» продолжается. Звоните нам по телефону 234-13, оставляйте сообщение на автоответчик, либо пишите нам ВКонтакте. Сообщайте свои народные мелочи, быть может, именно она станет самой запоминающейся в июне. И именно вы получите приз. Желаем удачи, будьте наблюдательными и не стесняйтесь писать нам. Всего доброго!